Музей истории города Сочи – обязательный пункт для посещения у гостей из Южной Кореи. Директор музея Елена Галищева провела экскурсию по залам, рассказывающим об уникальной природе Сочи, его истории и культуре. Именно эти знания как раз и необходимы представителям компании, развивающей культурные отношения между странами Европы и Азии. Собен Ю в Сочи уже второй раз. Впервые она посетила курорт 2 месяца назад, принимала участие в международном конкурсе исполнителей оперы. Тогда и влюбилась в Сочи и решила обязательно приехать еще раз, чтобы лучше познакомиться с курортом. Сейчас, во время второго визита в этот прекрасный город, я знакомлюсь с его историей и культурой. Я удивлена. Оказывается, у Сочи большая и интересная история, связанная с древнегреческой эпохой. Это было для меня открытием. А местная природа феноменальна. Я такого еще нигде не видела. Этот визит для меня очень важен. Мы занимаемся проектом, который нацелен на развитие культурных отношений между Россией и Южной Кореей. Мы выпустим фильм о Сочи не только с точки зрения культуры, но и его уникальной природы и туристических возможностей. Представители Южной Кореи также изучают опыт Сочи по использованию постолимпийского наследия, в частности, инфраструктуры образовательного центра «Сириус», где сегодня обучается талантливая молодежь со всей страны. Подобный центр, возможно, появится и в Южной Корее.